Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы собираемся ехать в строительный магазин «Авангард», чтобы посмотреть там обои. И сегодня мы собираемся сдирать обои на кухне и клеить новые обои, потому что, ну, там обои вы, наверное, сами видели уже какие, да? Хотим сделать такой маленький ремонт на кухне. В комнате мы уже сделали, тут мы клеили обои уже. Сейчас остается кухня. Так, ну что, мы приехали с «Авангарда». Сейчас я покажу вам, что мы купили. Мы купили такие классные, можно сказать, обои. Сейчас я вам это все покажу. Ну что, взяли мы вот такие вот обои. На них вот такие вот рисунки. Якутские рисунки. И вот тут еще у нас есть покупочки. Так. У меня тут дома чуть-чуть не рано, конечно же. Мы взяли кисточку. Это чтобы обои клеить, да? И взяли вот такой клей. Это специальный клей, да, мы взяли вот тут вот такие вот штучки. Это чтобы, может, вот здесь понаклеить и вот здесь, вот вместо этой, когда обои уже поклеим. Вот. Ну и сам клей для обоев взяли, нам сказали, вот такой подойдет. Вот так вот. Взяли еще булку хлеба, взяли уксус, надо будет. Вот так, это лапша. Лапша. Взяли майонез. Взяла два огурчика и один помидорчик. Вот сегодня хочу сделать просто салат с майонезом и, наверное, поужинаем лапшой, потому что мы хотим сейчас начать уже клеить обои. Вот у нас вот с мужем все обычно вот так получается спонтанно, но как бы у нас это получается, можно сказать. Сегодня тоже утром встали такие, думаю, может, поедем, возьмем обои в «Авангарде». Ну и встали такие, ну и решили поехать взять обои и начать делать обои здесь, клеить на кухне. Ну вот, сейчас будем начинать сдирать обои.
Ну что, вот такой вот салат у меня получился. Обычненький салатик, можно сказать. Представьте, вот мы сегодня купили майонез, да? Я такая думала, он уже прокисший или что. Спрашиваю мужа, что это с майонезом. А его, оказывается, взяли, заморозили. И он теперь, ну, такой, как бы, неприятный, можно сказать, на вид, да? Ну, ничего, я попробовала. Там на камере видно, как я чуть-чуть приостановилась и пробую вот так пальцем. И этот... Ну, ничего, нормально, попробовали. Нормальный салат получился. Ну, вот, все. Сейчас заварим лапшу, чуть-чуть поедим и начнем сдирать обои на кухне. Так, ну что, мы вот уже... все очистили, ну не очистили, сняли шкаф тут, сняли вот тут все, что у нас было. Вот такой вот ужас тут. Будем клеить обои. Сейчас муж тут поснимает гвозди и все прочее. И начнем сдирать обои, а потом уже клеить. Сегодня, наверное, мы вот эту сторону попытаемся закончить. Ну вот как-то так. Вот тут вот у нас уже все заставлено. Вот так вот как-то все сюда пока что поставили. Вот. Так вот отодрали, ну мы, муж отодрал, у меня там ребенок проснулся, я пошла к ребенку, и вот сейчас вот думаем,
Да, если мы вот на такую стенку поклеим обои, не отойдут ли они у нас со стены? Потому что в той комнате, когда мы клеили сначала газету, потом уже обои. Ну, сейчас хотим попробовать поклеить обои. Что будет, то будет. Ну что, вот мы пока что поклеили одну обой, но она вроде бы держится, но когда еще подсохнет, посмотрим, будет она держаться или нет. Ну, начнем дальше клеить. Так, ну что, вот эту сторону мы вот так обклеили. Ну, снимать не стали, правда, потому что места мало было, мы тут двигались, тут когда расстеливали вот эти обои, тоже же как-то не так было видно. И вот заснимем вот эту сторону, да и пока мы тут клеили, это было слишком долго, видео там слишком долго бы получилось. Из-за этого вот так у нас теперь на кухне будет. Ну что, красиво, как-то светло стало, не то что было. Вот так вот. Уже заклеили обои,
Нам завтра будем доклеивать. Сегодня вот эту сторону показала, как мы клеим. Оказывается, у меня камера отключилась, потому что сел телефон, и я этого не заметила. Ну что, завтра мы будем вот это все доклеивать. Сегодня уже поздно, время 12 часов ночи. Сейчас мы хотим попить чай, чуть-чуть прибрались. И будем уже ложиться спать. Остальное все завтра. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайки.